Иисусе, мой лучший пастор. Тот, кто скорбит и беспокоится о безумии раненых и потерянных овцах. Но когда на меня находит это, ты считаешь это трудным нести это на своих плечах, заботиться об этих ранах. Вот он, я в твоем присутствии. Я раненая овца, мой Господь. Мое тело страдает от тяжелой болезни. Господи. О, мой лучший пастор. Я знаю, ты можешь излечить, потому что ты можешь сделать все. Но если ты так хочешь, чтобы я остался таким, твое желание преобладает. Я знаю, у тебя есть особая любовь к раненым овцам. Я хочу вернуть твою любовь. Забыть о своих слабостях, использовать свою часть тела, которыми я могу шевелить. Что ж, я могу попробовать. Я в состоянии делать все, что от меня зависит, помочь моим братьям в их трудностях и их унынии. Господи, аминь. Что произошло, Мари? Боже мой! Ты выглядишь как покойница. Фала! Скажи что-нибудь. Что случилось? Я не знаю. Я уснула. Кажется, я уснула. Я точно не помню. Что? О чем ты говоришь? Ванна. В ванной. Я была в ванной. По крайней мере, мне так показалось. Луиза. Луиза. Дверь открыта. Какого? Уже иду. Луиза?
Но странно то, что в моем сне кто-то другой стучится в дверь. Понимаешь? Подожди. Объясни мне, я правильно поняла? Ты спала. Ты была в ванной. Я говорю тебе. Это было странно. Сеть недоступна. Молчи. Лучше заткнись, или я ударю тебя. Я могу позвонить и оставить еще одно сообщение. Не волнуйся, забудь. Не стоит беспокоиться. Так странно. Она всегда отвечает на звонки. Знаешь, она никогда не опаздывает. Так странно. Я беспокоюсь. Я знаю об этой встрече, о том, что она скажет. Расслабься. Все будет хорошо. Она скоро будет здесь. Алло? Тебе нужно уйти. Вы должны уйти сейчас. Алло, это Симона. Симона? Кто это? Никто не говорит. Алло? Безрассудство — это не состояние. Алло? Все должно быть по-другому. Ты должна уехать. Кто это? Кто это? Луиза? Почему ты повесила трубку, Луиза? Чушь какая-то. Луиза. Кто это был? Ты меня слышишь? Я прошу, если ты слышишь... Кивни головой, если слышишь.
Отлично. Что ты делаешь? Как ты себя чувствуешь сейчас? Страшно? Я спрашиваю, тебе страшно? Я думаю, что ты скажешь, где мы, верно? Представляю, как ты чувствуешь себя, когда одна из твоих жертв делает это с тобой. Я не могу представить себя на твоем месте. Знаешь почему? Я не могу представить себя на твоем месте, потому что ты больной! Ты кусок дерьма! Ты, вероятно, думал, что я умерла, не так ли? Это, наверное, несколько необычно для тебя, правда? Как? Она же должна была умереть. Как она обманула меня? Это ты на фото? Он не похож на тебя. Твой. Один из твоих друзей. Один из твоих братьев. Не знаю. Смотри на меня, ублюдок. Он не похож на тебя. Ты знаешь, что у меня есть сестра, да? Я тебя спрашиваю. Ты знаешь, что у меня есть сестра, так? Ты знаешь, где она? Ты знаешь, где она? Она в своем гребаном подвале. Я хочу знать, где она. Фернандо. Фернандо. Как тебя зовут? Я спрашиваю тебя. Ты Фернандо? Я хочу знать, где она. Скажи мне, где она? Теперь попробуем по-другому еще раз, хорошо? Почему ты повесила трубку? Это было так глупо. Что тебе сказали? Это баловство, просто телефонный разговор, розыгрыш. Я тебе говорю, кто-то пытается играть чертовы заумные игры с нами. Это точно. Глупые игры. Кто бы это мог быть? Ты знаешь, кто это мог быть? Я не знаю. Хватит, не сходи с ума. Что, черт возьми, Луиза? Можешь идти отсюда. Остановиться на этом? Я не остановлюсь. Как насчет моей сестры? Что это, Луиза? Как долго мы будем здесь? Я не знаю. Я не знаю, но кажется, что... Вечность. Где ты была? Я была здесь все время. В ванной. Я слышала стук в дверь. Это ты? Где ты была? Не помнишь? Мне были нужны сигареты. Я помню, что нуждалась в сигаретах. Думаю, я пошла купить сигареты. Я не помню. Я говорю тебе. Не сопротивляйся. Что? Они у тебя тут? Что? У меня не было сигарет. Ты не освещал ими. Нет, у меня нет сигарет. Ты видела меня, освещая сигареты. Кто освещал сигареты? Я не знаю, я говорю тебе. Я говорю тебе. Давай уйдем отсюда. Уходим. Я хочу знать, где моя сестра? Где моя сестра? Я знаю, ты в курсе. Где она? Объясни, что находится в той комнате? Эти фотографии. Что это за место такое? Как я тут оказалась? Мы находимся в подвале. Подвал? Я знаю, что это подвал. Подвал. Где? Чей? Почему я в этом месте? Боже мой. Это подвал моего отеля.
Отель? Точно. Теперь я вспоминаю. Моя сестра, она зарегистрировалась в этом отеле. В каком номере? Я не знаю, какая разница, в каком номере? Конечно, просить номер комнаты. Какой номер комнаты? Я не знаю, в какой комнате. 38. Да, почему 38? Это то, чего я боялся. О чем ты говоришь? Я говорю о моем брате. О твоем брате? Я не хочу знать о твоем брате. Я не говорю сейчас о твоем ебаном брате. Я хочу знать, где моя сестра. Где моя сестра? Тут мой брат. Он не такой, как все. Мой брат очень опасен. Мой брат жестокий, понимаешь? Мой брат убивал раньше. О чем ты? Комната 38. Существует связь между твоим братом и той комнатой. Каждый человек, который остановился в этом номере, умер. Ты думаешь, что я поверил во все это? Ты была в этой комнате? Я не знаю. Я не помню. А что? Потому что эта комната ненормальная. Время в этой комнате останавливается, понимаешь? Все происходит непонятным образом. Это происходит циклами. Кажется, что мощные силы забирают эту комнату. Просто класс. Ты считаешь, что есть призрак в этом отеле, не так ли? В комнате моей сестры. Это не призрак, это мой брат. Он жил там, когда мы были детьми. Мы не знали, комната была проклята. Странным образом, в этой комнате изменился мой брат. Ты должна поверить этому. Мы держали его там в заперти, понимаешь? Мы рисковали нашими жизнями. Он собирался нас убить. Ты должна освободить меня немедленно. Освободи меня немедленно. У меня нет основания верить тебе. Слышишь? Ты слышишь это? Ты можешь услышать его в темноте. Слышишь? Он видит нас. Слышишь? Перестань. Ты пытаешься сделать из меня дуру. Я хочу знать о моей сестре. Вытащи меня отсюда, пожалуйста. Уведи меня отсюда. Послушай, я сожалею о твоей сестре. Слышишь? Она должна быть. Если ты видела ее фото на той стене, наверняка она должна быть. Не говори так. О чем ты говоришь? Это правда. Он не человек. Он монстр. Я здесь, была или нет? Я была возле той стены. Что ты хотел, чтобы я нашла? Как это возможно? Я уверен, что он думал, что ты мертва. Это было и раньше. Однажды я пытался спасти девушку. Я чуть не вытащил ее отсюда живой, но он поймал меня. Я не знаю, почему брат это делает. Заткнись! Он никогда не покидает эту комнату. Он остается там. Помолчи, он монстр. Заткнись! Закрой рот! Если я говорю тебе заткнуться, лучше заткнись, ублюдок! Ты не знаешь, что делаешь. Ты не знаешь, на что он способен. Ладно. Но почему ты не упек его в психушку? Или в тюрьму? Почему ты не сделал этого? Почему ты просто не убил брата-психа? Я убил его. Я убил брата, когда пытался спасти эту девушку. Я убил моего брата. Я сделал это. Я не знаю, как это произошло, но он вернулся. Мой брат вернулся. Я клянусь, что я убил его. Я уверен, что я убил его. Я в этом уверен. Ты не чувствуешь? Ты не чувствуешь это? Что-то странное здесь. Нет, я не чувствую ничего. Ты сумасшедший. Это мой брат. Это мой брат, он идет. Что это было? Слышала? Слышала? Если ты хочешь выбраться отсюда, ты должна доверять мне, понимаешь? Ты должна забрать меня отсюда, если хочешь выбраться отсюда. Давай я помогу тебе. Я помогу тебе, поверь мне. Почему я должна верить тебе? Почему рассчитывать на твою помощь? Потому что ты будешь еще одной из ее жертв. Я не имею ничего против тебя. Освободи меня, я помогу тебе. Освободи меня, я вытащу тебя отсюда. Давай я помогу тебе. Пожалуйста, я помогу тебе. Что?
Кто это? Мария, вот тут. Что это? Что? У тебя синяки везде. Что там? Ты ушиблась? Что там такое? Давай уйдем отсюда. Может, это Симона? Помолчи. Это здесь. Давай, открой ее. Хорошо. Дерьмо. Что? Дверь. Дверь закрыта. Так открой ее. У тебя есть ключ, не так ли? Нету. Я забыл ключ с другой стороны. Что за дерьмо ты несешь? Как тогда ты попал сюда? Дверь иногда закрывается сама по себе. Что теперь делать? Есть другой выход? Слишком поздно. Мой брат уже здесь. О чем ты говоришь? Симона, заткнитесь нахрен! Что не так? Перевод субтитров «Магнумс», озвучено хихикающим доктором для сайта хихидок.ру.